Всем привет! Очередной реплей с Тёмычем сидим, записываем. Вот. Сохранил я этот реплей. Что-то меня мы тут затащили, и что-то меня даже бабаха похвалила. Очень редко, когда кто-то хвалит, но это приятно. Вот. Бабаха 215, по-моему. Боб. Да. Бой интересный на самом деле. Он был не быстрый. Интересный. Мог и умереть, по-моему, я несколько раз. Не помню. Что-то я обычно люблю ехать вот сюда вначале, стоять, стрелять, отсвечивать, простреливать. С одной стороны и с другой. Тут люблю встать поначалу. Некоторые, кстати, даже свечу, кто тут прокатывается ближе, подъезжает. Если их раньше никто не засветит. Вот, я один. Вот, сразу 300 урона нанес. Засветился, понятное дело. Единственное, жалко, что арта не попала, так бы еще по засвету. О, зато там чувак у нас на 27 выгреб. А? Ушел от арты, все, ловить больше нечего. Тут. Побланди чуть-чуть. Нет. Вот 87 доигрался уже, который в центр поехал. Сейчас еще 55-ка доиграется. Ну бессмысленно вот так вот туда вылазить. Под толпу ПТшек. О, все. И стоило-то я убила его. Вопрос откуда? Мне пока нет смысла никуда ломиться. Никого нет опять. Антикора у нас там должен с просвечер. Тут, эх, надо было попробовать. Такой, мог не зайти. Хотя немецкое орудие, оно такое хорошее. Так, ага, это кто-то светится там, да? Наш. Третий выстрел, блайнд, третий промах. О, да, кто-то светит нашу бабаху. Ох, и бабаха дала нашей бабахе. Вот это прикол, конечно. Вот я поторопился и засветился. Тут надо подождать отсветиться. Бабаха убила наших, да? То есть она где-то, значит, не супер далеко. Ладно. Не на центре. Она шотная. Ой, видно, что с ней снялась ХП, не снялась. Но я, в принципе, видел, что снаряды разрывались, то есть никого я не попал. Дурная карта на самом деле, вот это. Мне она так не нравится, но забанить ее не могу, потому что есть две более худшие танк-карты. Ну, тут я понимаю, что ну не стоит ломиться, короче, на вот этих никуда, ни в центр, ничего, потому что, ну, у них отстреливают очень хорошо. Вон 2.77, 55-й. Антикора, он молодец, уже поджался. Эх, я извиняюсь. У них две ЛТшки там. Вот это у них была ошибка. Ну, потому что у них один фланг вообще они отдали свет нам. Антикора от кого-то. Понятно, что делает наша ПТшка. Едет она, не едет. Один МК-2. Пробую кого-то высветить. Так, бабаха начала получать от ЦТшки. Гасик я зарядил. Артиллерия. Убил. Вовремя зарядил ПУАС. Вообще заряжал на бабаху. Ох, там оруженосец.
у нас бабаха. Бабаха стоит спиной. Конечно, прекрати сейчас. Только это. Убью бабах. Так, там гриль, понятно. Теперь можно согласиться, да. Так, гриль этот кровью попьет, по-моему. 5-5 и минус 3600, ребята, у нас. Стремно, конечно, так проезжать, но надо. Надеюсь, на свою маскировку еду. Мантикора еще более смелый. Так, о, стерву засветил. А, я забыл, что я на фугасах. А, ну да, я же думал этого засветил. Гриля. Решил переключиться на фугасы. Мантикора делает у нас немножко ошибку. Ну, потому что упоролся сильно вот на них. Так, ага, и тут приехала 100 ЛТ. Вот это, я понимаю, что все, ловить тут нехер, короче, надо валить. Вдвоем они меня просто слушают. Так, сейчас точно надо встать в кусты. 8-8 минус 3200. Так, все, пока нельзя двигаться. Кто-то тут приехал. Зачем он, я не знаю, сюда прямо шиза приехал. Все, он начинает выхватывать. Гасами отстоил Т. И все, я засветился. Это была ошибка, что я сюда поехал. А, стоил ты на фугас. Вот так, наугад. Выстрел. Блин, опять плохой выстрел. Минус 3000. Постоянно горим 3000. Там гриль, который опасный. Тут я мог сейчас от гриля получить, но почему-то он... Ага, он переключился уже с этого. Это бабаха наша по мне стреляет. А, наша арта. Спасибо арте. Гриль убивает этого. Ага. И арта добирает. Молодец, арта. И хэвик едет. Я засвечиваю хэвика шотного. Я просто не знаю, где мантикора. Просто не знаю, где мантикора. И вот уже минус 648. И мы выигрываем 13-11. КПЗ на базе, который кричал мне. Не едь никуда. Я не понимаю, где мантикора. Сколько у нее ХП. Поэтому понял, что надо ехать помогать на базе. А вот и мантикора. Причем фуловая. Зачем? Мантикора приехать может в любой момент. Я шотный. Надо помогать союзникам. Мантикора уже не шот. Все. Мантикору забираем. Остается фуловый Т-95. Я понимаю, что я ему, наверное, ничего не смогу сделать. Вот, пишет бабаха. На ЛТ красавчик.
раз дал. Ну все, он уже ко мне лицом повернулся, тут уже тяжело. Второй раз дал. Все, он спрятался. Я решил не рисковать. И поехал захватывать базу. Ну, а мог и не добрать. Вот, он уже арту убил. Я шотный, он меня даже малейшим касанием тарана забирает. Ну как это? Да, это Т-95, он тяжелый. Жалко, что я не вижу. Мне бы посмотреть от лица, короче, того, кто видел, тут начнут писать, что там типа цирк. Ну, по-моему, бабаха наблюдал там. Ну, что там творится, видишь, они там, типа, я так понимаю, друг за другом ездят или пытаются что-то. Я пытаюсь вот по указке посмотреть что-то тут. Куда ты смотришь? Сюда вот, на горку, вниз, в горке, куда? Жалко тебе. Посмотреть, что там дяди. Да. Было бы интересно посмотреть, как они там гоняют. Я не знаю, кстати, вот, ну, подожди, можно ли? Нельзя. Нельзя. Это какие-то есть специальные, там, где, по-моему, летаешь, ты смотришь. Наблюдатель, если ты, да? Наверное, я не знаю, но я ничего не могу сделать. Я тут так, на всякий случай, простреливаю. Ржу, да, да. А нельзя почитать, прикинь, я хочу нажать почитать этот чат. А, вот, да. Ну да, ржу, надо было мне его убить, я пишу. Ну да, я думал, мне этот, типа, давай захватывай базу, написал же. Вот захватите базу, ЛТ захвати быстрее, они не вывезут. Думаю, ну ладно, не буду рисковать, чтобы он не нервничал, похвалил ты более-менее. Ну, в общем, такая победа, ребята. Вытащили бой, в принципе. Всем спасибо за просмотр.